Прошла неделя, куча упорно не хочет запускаться. Выяснилось, что сколько я воды не лил, это мало. Опилки внутри были полусухие. Значит, был разведен навоз, и в жидком виде было пролито. Теперь поставил поливалочку для того, чтобы промочилась вся кучка. А потом будем смотреть результат. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Как и обещал, продолжение видео про вот эту чудо-компостную кучу, которая обогревает теплицу. Значит, хочу рассказать, что это, как это и для чего это. Значит, вот, можете поверить на слово, за бортом минус 9. То есть вся теплица покрылась. О. Значит, самой же теплице сейчас плюс 1 градус. То есть вот у меня стоят здесь цветочки. Все прекрасно себя чувствует. Ничего не мерзнет. Значит, кучка не работает. Не работает так, как хотелось бы. Потому что изначально были сделаны... Ну, короче, изначально куча была собрана неправильно. В общем, изначально куча была собрана неправильно. Собиралась она в декабре месяце, когда уже стояли морозы на улице. Опилки были привезены замороженные, то есть глыбы льда. Теплица была замороженная. Вот, пробовал я это чудо запустить в толкача, греть паром, но попытка моя не увенчалась успехом. Так, еле-еле душа в теле что-то заработала. Вот. Значит, сделаны выводы, исправлены ошибки. В этом году будем собирать кучу, только уже правильно, в теплый период времени. И будем правильно укладывать слои опилок, сена, навоза. Вот. Сейчас я вам покажу, как она работает, то есть как происходит сама конвекция. Значит, так мы не увидим. Значит, а если подставим сигаретку, надеюсь, видно, что дым уходит от сигаретки. А, плохо, но видно. Ну и посмотрим на саму трубу. Да, плоховато. Ладно. Так, пробовал отснять удаленно, дым не видно, значит, повторяем. Носим сигарету, наблюдаем. Наблюдаем. Дым затягивается в трубку. Вот. Значит, переходим на эту сторону и смотрим. Ага. Так быстро проходит все. Так, ну вот. Есть у нас дымовуха. И с этой стороны мы наблюдаем, как выходит у нас дымок. То есть конвекция есть, но у кучи где-то температура градусов 15. Вот, замерить у меня нечего. Вот, прекрасно видно
проверим, как будет работать конвекция. Дымнули и смотрим. Вот, отчетливо видно. Сейчас еще дымку поддам. Вот, видно, пошли струи дыма. Вот так работает этот нагреватель. Гоняет воздух по кругу и подогревает. Ну вот, на улице 1 октября. Кучка закончила свою работу. Тепла уже больше не дает. Опилки практически все перегнили. Вот. Ну, можно наглядно видеть, насколько опустились трубы. И вот здесь вот я делал пометки. Вот, наверное, неотчетливо видно. Есть вот пометки, какой уровень опилок был, и вот насколько он упал. Вот. Ну, плюсов скажу много. Такая кучка, пусть даже работающая не в полную мощь, как хотелось бы, стабильно выдерживает перепад температуры в 10 градусов. После того, как все это перегнило, это все поедают черви. И взялись они, эти черви, вместе с навозом. Видимо, я их завез. Вот. Червячки, я их, видимо, с навозом завез. Вот их. Тут немаленькое количество. Даже вырос помидор. Вот. Пробилась растенница сквозь щели и все растет. Ну, семечко, наверное, попало перед ней с компостной кучей. Вот. Значит, эта куча закончила работу, будем монтировать трубы. Вот, и сейчас идет подготовка для создания новой кучи. Ну, естественно, уже будут учтены все ошибки. Эта куча в северной части теплицы будет находиться. Вот, пока это сейчас отмостка. В общем, такой компостный нагреватель имеет место быть.